Прошло уже 2 года с момента тех ужасных событий. Можно было бы уже и забыть обо всем, если бы не наш родившийся малыш. Дело в том, что он совершенно не похож на меня. Постоянно чавкает, ловит крыс, съедая их заживо. У меня плохие подозрения. Я думаю, что жена изменила мне с ним. Нужно разобраться с этим маньяком раз и навсегда, попутно взяв его биоматериал для ДНК-экспертизы. Похоже на какой-то указатель. Видимо, по этим крестам и шли все его жертвы. Фу, вот это я еще обосрался. Похоже, это его основное жилище. Слышь ты, черт носатый, выходи побазарим. Копы, это, наверное, копы. Все, все, спалился. Так, надо валить. Так, где мои трусы? Они же... Кассета? Ладно, без трусов пойду. Опа, под кассетой ключ. Нужно как-то попасть наверх, посмотреть, что там. Ну, это уже слишком. Зато тут можно посмотреть запись той кассеты. Может быть, она что-то прояснит в поведении нашего малыша. Фух, надеюсь, тут я буду в безопасности. Но как же мне сообщить мужу о моем местонахождении? Боже, как страшно. Жирочек, жирненькая жир. Тебе вкусные сардельки принес, родная. Съешь их и можешь идти спать.
Я больше не могу есть. Хватит. Я не хочу быть жирной. Не хочешь кушать? Может, попьешь? Здесь нельзя оставаться. Нужно валить и звать на помощь кого-то. Бедные девушки. Пистолет? Но я даже не представляю, как из него стрелять. Колбаска, я тебя еще не накормил. Не спрячься. Фух, надеюсь, тут я буду в безопасности. Но как же... Боже, как страшно. Жир, жирочек, жирненькая жир. Я тебе вкусные сардельки принес, родная. Съешь их и можешь идти спать. Я больше не могу есть. Хватит. Нужно валить и звать на помощь кого-то. Бедные девушки. Пистолет? Но я даже не представляю, как из него стрелять. Колбаска, я тебя еще не накормил. Фух, побегу дальше по лесу. Вот это история! Родная, почему ты не рассказывала мне такие подробности? Фу, не по себе до сих пор. Нужно найти этот бункер, наверняка где-то рядом. Ох, знать бы еще куда идти. Возможно, указатели приведут в конце концов в нужное место. Что за кладбище посреди леса? Он всех тут хоронит? И почему полиция бездействует? Уже я уже близко. Пароль. Где мне его взять? И как туда попала жена на видеозаписи? Красивый сыночек у нас получился. Thank you.
Да ты что делаешь? Алименты-то кто платить тебе будет? Изи-бризи, мы тебя развели с твоей женушкой. Где-то должен быть пароль. Я вроде не тупее своей жены. Если она попала туда, то и я смогу. Красивый сыночек у нас получился. Моя жена не такая уж и дура. Беру пистолет и тебе хана. Да грохну его нахрен, все равно алименты не платит, падла. Здесь же лежал ствол. Куда он его дел? Черт, где я? Как пахнет едой. Тебя тоже поймал? Я думал, я тут одна на весь бункер. Как теперь только выбираться отсюда? Оглянись. У тебя должен быть выход в технический канал через небольшую решетку. Так, понятно. Нужно сначала обесточить этот канал, а то там так искрит. Да. Рубильники у него находятся в комнате для обряда. Он водил на экскурсию туда. Там целая система. Комната для обряда? Как мне выйти из своей комнаты в коридор? Осмотрись. В комнате должен быть секретный механизм. У меня это была поворотная карта. Жду не дождусь тайного обряда. Я так люблю это дело. Ha ha ha.
Опа! На закусь пойдет. Попался! Опа! Под водочку с огурчиком потянет. Спалился! У меня первый разрез. Нет, прогуляться решил, свин. Ну, этому все, хана. Вот это жесть, что это за комната?
Вот это жесть, что это за комната? Теперь нужно вернуться в ту камеру и попытаться сбежать. Теперь нужно вернуться в ту камеру и попытаться сбежать. Больно. Куда это собрался? Нужно поторопиться. Открывайся скорее! У меня сегодня день рождения. Ты пойдешь на закуску, а та жируха на десерт. Да ты че, пес? Да ты че, пес? Да.
это тебя, щенок! Ну открывайся скорее! У меня сегодня день рождения. Ты пойдешь на закуску, а та жируха на десерт. Вот выход. Хватит шляться там! Живо в дом! Ребенок уснуть не может. Родная? Я все понимаю, день рождения твоего друга, все дела. Но домой мог бы и пораньше вернуться. День рождения? У какого друга? Ты о ком? Ну, видимо, вон про того алкаша, который лежит неподалеку. Не смог, похоже, дойти до своей хаты. О нет, это же не может быть. Это же тот самый маньяк, милый отец нашего ребенка. Он еще откармливал тебя в бункере 2 года назад, помнишь? Ты ебобо? Иди в дом отсыпайся, козел. Нам завтра выезжать в лесничество на смену, а ты несешь какой-то бред. Эй ты, Матанга тебя звать? Куда ты пошел? Саня, да ты чё, какая Матанга? Это же я, Колян. Пойду посплю немного. Заебись, побухали сегодня. Колян? Ну, с Денюхой тогда тебя еще раз. Вот же приснится такое. Погоди, дорогая. Так ребенок-то наш на Коляна похож получается? Родная? Колян, погоди. Дай хоть свой биоматериал. Колян, нет! Братуха, Колян, ну как же так? Не заметил тебя. Прости, пожалуйста. Ты что там в пробирку у него собираешь? Биоматериал для ДНК-экспертизы. Пошел вон от моего брата, ушляпак. Я не отдам тебе его пробирку. Даже не надейся. Только попробуй подойти к пробирке. Даже не надейся. Только попробуй подойти к пробирке. Делай, что хочешь с этой пробиркой. Колян, все, пошли, вставай, нормально все. Ты там не сломался, ничего, нормально, идешь вроде хорошо. Колян, ну ты хоть что-нибудь скажи, что молчишь-то идешь. Куля-буля, куля-буля, куля-буля. Колян, да ты чё, у тебя черепно-мозговая, что ли? Пойдем в больницу.
Нас ждут великие дела. Куля-буля, куля-буля.